Казахстанскую федерацию футбола будут продвигать медийные личности отечественного кино, телевидения и шоу-бизнеса. Организация заключила меморандум со звездами, чтобы раскрутить свой бренд и популяризировать игру в нашей стране. В числе подписавших договор такие знаменитости, как певица Ерке Есмахан Илуина, актриса Асель Садвакасова и телеведущий Нурлан Куенбаев. Всего бренд-амбассадорами федерации стали 11 человек. Все они согласились поддержать КФФ абсолютно бесплатно.